Я очень рад, что вы ко мне зашли на канал. Я всех приветствую. Желаю всем добра, здоровья, мирным небном. Всем здравствуйте. А вы на канале «Угалюни в деревне». Это находится Тамбовская область, Староюрский район. Приятного всем просмотра. Я очень рада, что вы меня смотрите, что пишете хорошие комментарии. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на мой канал. Ставим пальчик вверх. Приятного всем просмотра. У нас показывает про телевизор, разговаривает. С утра не знаю, чем все побаловать. Вот решила сегодня спекти. Вот. Быстро, на скорую руку. Творог, сахар, соль. Немножко садку добавила, мучиться. Вот напишу. Сейчас будем завтракать. Всех, кто с нами завтракает, всем приятного аппетита. Поехала в ларек за хлебом. Целый час была. Хлеб не привезли. Привезли в большой магазин. Взяла в большом магазине и поехала. Целый час пробыла, стояла, ждала. И купил что? Две бутылки воды Михаилу. Сейчас покажу, какой хлеб купила в магазине большом. Мы как-то в нем никогда не берем. Но говорю, что стоять ждать, уже время 11 часов, никаких делов, ничего. И вот купил и поехал. Вот такой хлеб тостерный взяла. И столичный хлеб. Ну, хоть хлеб хороший. Ну, тостерный я вообще люблю хлеб. Он в тостере поджаришь, вкусненько. И такой. А я взяла пакет молока. 3,2. Вот таких печенье привезли вкусные. Такие рогатульки. С чаем попить. Вот так, все мои покупки. Это около 100 рублей. Там 97 рублей, наверное, за хлеб отдала. Молоко 80 рублей. И печенье за 160 рублей, наверное. Взяла такой пакетик. Они по 400 с лишним рублей. Ну, свежий вроде, только привезли. И две бутылки минералки взяла. Вот вся моя покупка. Тля на розах замучила. Вот, обрабатывала, я вам показывала, чистый сад. И чё? Она вон вся живая. Я вчера, когда побрызгала картошку, вот, а мне в этом осталось... В бачке. Говорю, да, я одну розу попробую. Ничего с ней не будет. А там написано в этом, в инструкции, что и от тли, и от всего. Ну вот взяла эту розу, побрызгала. Ну вот, смотрю, вся попадала. И с розой ничего. Надо, наверное, вечером все побрызгать. А вчера в этом, сейчас покажу вам. Вон даже бутон распустился уже. Вчера в бутоне, смотрю, дырка. А там такой сидит жук. Я его вытащила, убила. Ну вот вы посмотрите, тли сколько. Ну это вообще... Вот. Весь бутон. Ну вечером тогда побрызгаю. Я просто побоялась, говорю, вдруг что-нибудь сожгу или это. Ну, ничего. Вот. Вроде ничего. Побрызгать надо. Я вам сейчас такую красавицу покажу. Вообще необычная виола. Вы посмотрите, какая она. Шикарные. Ее надо куда-нибудь посадить прямо отдельно, чтобы любоваться ей. Я ее с геранью посадила. И тут герань жрет. Ну вообще, кругом одни вредители.
Какая красавица. Необычная. Это я сама сеяла. Столько бабочек летает. О, куда-то сиделись. Петунья какая интересная. Я думала, она на солнышке выгорела, был один листок. А это вы посмотрите. Ну, так не передаете камер цвет. Она не белая с розом, а какая-то... Как, даже не пойму, желтизна какой-то. Необычный, короче, такой у меня еще ни разу не был. А вот бабочки на гвоздике. Столько их много. Взлетаются. Какие красивые. Не боятся. А я пришла на клубнику, обрываю. Все уже кусты сохнут. Вообще клубники в этом году. Кот наплакал. Вообще фигня полная. Вон прошла почти целый ряд. Только набрала вот такой. А усов немерено. На одном кусту может штук 10-15. Голову поднимаю на той стороне. Миш, клубник обрывает, я офигела. Первый раз что-нибудь такое. Ну, оторву. Плохо в этом году с клубникой. Все листья уже вон сохнут, все вон сохнет. В общем. Прошлый год не знал, куда деть, всем раздавала. А в этом году нету. Ну и все жалуются. Ну вот тут же покрупнее. А там вообще такая мелкотня. И вообще, ну вообще нету ее. Куст огромный. 4 штуки сорвала и все. Две капли дождя капнула. Пришла Миша. Под навес занес. Белье сушила здесь. Хорошо поставил. А мне надо подушки занести. Вчера вечером, вчера днем разбирала. Вот. И вынесла подушки. Перьевые. Посушить. Короче. Вот. Год назад, наверное, перо стирала, купил новые наперники. Ой, все равно пух из них лезет. И жалко выкидывать такие подушки хорошие. Даже не знаю, что делать. И вот хоть наперники, что ли, по новой покупать. На эти же наперники, я вот наперники. Что за наперники продают? Вообще вот лезет. Тут раз Жень говорит, баб, дай еще одну наволочку. Вот посмотрите. Пух лезет, пипец какой-то. Вот это наперенький. Может, поедет на рынок купить наперенький или вообще их выкинуть. А выкинуть жалко. Сейчас какие только не продают подушки. А это вроде перьевые. Не знаю, что делать. Сейчас занесу в дом, положу, пока он на это, на что-нибудь, на диван, что ли. Положу, пусть лежать. До субботы. В субботу можно наперенник куплю. Еще одни одену. Может, дождик упадет. Ну, вот хмарно все. Дождей у нас нету. Ну вот столько нормально клубники. Может, килограмм 3 или 4 тут, наверное. Взвешу потом, когда переберу. Ну, мелкий. Вообще фигня. Заморожу. Михаил мне помог.
набрали. Моя прикрыла травой. Михаил накосил травы поросятам. Сейчас заберу. Вчера она накосила. Не сказала. Сегодня только сказала. А я вчера там косила сама. Такую косу. Ну вот, сейчас у нас дождь, чуть не поймешь. Ветер начинает сильный какой-то. Вообще. Деревья все шатаются. Ладно, я буду набирать сейчас. Дорогие мои, а я опять пришла на свою любимую картошку. Тянула. Время начала пятого, надо, говорю, идти тяпать. Михаил так на меня говорит. Я стала около дома чуть там тяпать. Он говорит, ты собирался на картошку? А я вот тяну, неохота. Ну, надо. Слово есть, надо. Так что за работу, Галина Ивановна. Да, мне такие комментарии хорошие пишут, там я сейчас прочитала, но отвечать мне некогда было, что я на позитиве, что я и молодец, что я в трудях. Вы мне прям сил придаете, все мои подписчики, зрители моего канала, молодцы люди. Так держать. Ну ладно, хватит базарить, я начала тяпать. Не, ну как тут не радоваться жизни? Я сейчас тяплю, остается мне тут грядка. Говорю, сейчас дотяплю. И прям не отдыхать никуда не пойду. Сразу беру тачку и за травой. Мне прям за травой ездить. Прям не то, что проблема, а тягостная. Ну, тяплю. Поднимаю глаза. Михаил с тачкой уже с травой едет. Я офигела, говорю, вот это да, вот это помощь. Но я не стала ничего говорить, мне осталось так шуметь. Вроде я не вижу, тяпай. Ну как тут не радоваться? Будешь радоваться? Так. Ну я все протяпала. Картошка моя чистоган. Все протяпала. Ой, блин, вон сор оставил. Вот. У нас посмотреть какие тучи. Ну, вряд ли, наверное, не будет дождя. С этой стороны не наш дождик.
Вот. Жуки. Жуков, ну как, спаси жуть, но уже они такие. Наелись сладости. Полуживые, полумертвые. Такие какие-то. Картошка моя всходит. Вот на. Вот я сажала. Вот, ну вот на грядочках. Ну что будет, тогда посмотрим. Ну а жуков не видно. Есть, но уже все валяются. Так что перепахать не осталось. Картошечку. И слава богу. Но потом еще жуков придется разбрызгать. Вот всю фигню уже. Ладно, протяпал, проехала ее. Ой, чистая, слава богу. А сейчас пойду. Скотинную уборку мне начнется. Ну, трава уже дома. Слава богу. А там быстрые. Ну вот. Тачка с травой уже стоит. Сейчас я ее перевезу туда к быку. Нас точно рад пойти. Вот хуже не воль. Первый раз Михаил залез в погреб. Давай. Давай сюда. А вот хуже не воли. На улице такой ветер, такое ураганище. Сразу стало очень холодно. Сейчас вам покажу, вот там все черное. Вообще холод, я аж замерзла, пальчика куртку одену. Наверное, где-то град прошел. Очень холодно, и ветер такой. Вот, все шатаете. Все шатаете. А у нас на ужин картошечка жареная. Еще не дожарилась. С зеленым лучком. Так что всем приятного аппетита. Я вас угощаю. А я сейчас поперебираю клубнику и вынесу на улицу. А завтра тут с утра что-нибудь сделаю, потому что я чуть так устала и спина болит, не могу. Сейчас переберу ее и вынесу на улицу. Там прохваще очень холодно на улице стало. Вот так вот. Сейчас посижу. Кэсон. Сегодня кот кс-кс-кс поймал такую крысину здоровую. Слышу, что-то пищит, мимо меня пронеслась. Вообще. А сейчас лежу, никак не отопьется. Кэсон, кэсон, кэс-кэс-кэс-кэс-кэс-кэс. Хороший, хороший кэсон. Хороший. Так, а я решила, у меня тут фертик осталось для всех цветов. Сейчас я подкормлю розы. Тут осталось, может, ведра на два. Хоть 4 штук 5 роз подкормить надо. Поеду в субботу на рынок. Еще куплю такие. Столовую ложку на ведро воды. Вот. Добрынина была лопатка. Сейчас размешаю. Кэсон. Кэсон. Мусор набрала. Никак не отнесу. Тут раз сирень наставила я с магонкой. Вчера так косяшки болели. Взяла, натерлась. Блин, так легко стало. Прям сразу боль ушла. Помогает. Еще побрызгал розы. Чем брызгал
жуков побрызгала роза от тли. А то вообще все бутоны в тли. Вот. Ну все. На этом день заканчивается. Уже опять темнеет. Дождь у нас не был. Ветер, ураган. И холод прям невозможен какой. Вот. Похолодал сильно. О, сейчас я вам вот такую петунью покажу, красавицу. Смотрите, какая красивая. Это прям какая большая. О, какие. Опять надо кормить. Мне нравятся белые. Вот. Да все красивые. А запах у них вообще обалденный. Ой, как же пахнет вообще. Вот так вот. А вчера в темноте показывал канализацию. Михаил вчера откачал. Все тут сделал. Я цветы вечером ставила на свое место. Вот. То у нас как все было провально. Тачку земли привезли. Все там подсыпали. Он колесо какое-то там положил. Но сделал по-людски все. Нормально. Вот так вот. Ну все, на этом буду заканчивать свой сериал сегодня. Ничего там особенного не было. Клубнику сделала, на улице вынесла. А, сейчас вам пока, вот что покажу. В тот раз умывальник-то купили. На Михаила варю. Ну, прикрути его куда-нибудь. Я говорю, шашлык где жарим? Все, руки помоем от шашлыка. Ну вот он сюда прикрутил. Сделал. Нормально все. Теперь вода льется. О, подошел, руки помыл. Хорошо прям. Вот так вот. Такие дела. Ну все. Всем приятного просмотра. Цветы я сегодня свои не поливала. Ой, что-то я устала. Спина болит. Дождик, что ли, капнул. Всем приятного просмотра. О, я сегодня комментарии читала. Вообще все так пишут. Вы говорите, я тружница, в деревне же тружница. У нас здесь все труженики. Сейчас такая работа. А дождик капать. Ага, маленький. Ого, дружок в будку залез. То не залазил, а это залез в будку. Тут да, вот тут дружок. Дружок, ты в будку залез? Вообще не залазил, как бы боялся, что ли. Залез сидеть в будке. Вот, у нас все трудятся. Сейчас и кто лук чистит, кто сен заготовляет, кто чё. Все картошку тоже тяпают, брызгают. Ну, короче, все занимаются делами. Бо я розу побрызгал и дождик капить. Ну и ничего. Нормально все. Так, всем приятного просмотра. Спасибо за комментарии, еще раз говорю. Так, желаю всем добра, мира. Сегодня был телевизор включен, новости шли. Не новости, там вообще не поймешь чего. А я сидел, перебирал клубнику, ёлкин. Жить страшно. Даже телевизоры нечего включать, даже смотри. Там вообще такое показывают. Такое рассказывают. Ну все, друзья. Всем пока-пока.